Ребята, всем привет! Меня зовут Яна. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас видео-собиралка. Будем сегодня с вами краситься. Изначально это видео должно было быть только видео-собиралка с бюджетными продуктами. Но, наконец, мне довезли мои два заказа от Шик и от Estee Lauder. Поэтому у нас будет такой бюджет и немножко масс-маркета с люксом. Окей? Давайте не будем затягивать. Давайте будем с вами начинать. И давайте сначала вам расскажу, что у меня есть. Значит, во-первых, наконец-то приехал мой заказ от бренда Шик. Я наконец-то его забрала, потому что я была не в Минске, и все это затянулось. Я хотела сначала распаковать, но потом видела, какая там красота, поэтому давайте вместе с вами. Так, коробочка на ней Шик. Вы открываете. Здесь очень красивая Наталья Шик. Вот у нее календарик. Красиво. Молодцы, Шик. Дальше вот такая упаковочка с наклеечкой. Давайте ее вместе скроем, видим, что я заказала. Здесь у нас вот так все. Вау, здесь у нас вот так вот, видите? И что-то еще у нас здесь. Сейчас. И это чек. Значит, что у меня здесь такое, я вам расскажу. Значит, видите, здесь перевязано, и называется это Face Makeup Kit. Дело в том, что в конце декабря на сайте Натальи Шик продавались наборы. По-моему, несколько дней, там буквально 2-3 дня. Тональное средство плюс кисть номер 2. Я хочу, если честно, очень сильно открыть кисть. Думаю, что мы с вами ей накрасимся. Так, это что? Это кисть для макияжа, для тона румяной коррекции. Ворстоклон, Россия. Угу. Хорошо. Ну, что я могу сказать? Ручка очень приятная такая. Легкая, тяжеленькая. Таклон приятный. Будем краситься. Вот, смотрите, вот такая вот кисть от Шик. И тон. Мне было очень сложно выбрать тон. Оттенок, поэтому давайте попробуем. Я еще боюсь, что он будет для меня светловат. И это первый мой тон от Натальи Шик, поэтому сегодня будем с вами пробовать, посмотрим. Наталья Шик — это российский визажист. У нее своя линейка косметики, она очень известная своими средствами для бровей, своими средствами, кистями она, конечно же, очень сильно известна, жидкими средствами, как жидкие румяна и жидкие скульпторы. То есть вообще... А, вот он такой вот жиденький. Смотрите. Ну, мне, может быть, конечно же, светловат, я боюсь. Ну да, вот он не матовый. Он такой вот шелковистенький. Все так. Окей, я измазала руку. Но хорошо. Подождите. Я не смогу просто продолжать это все. Окей, дальше тоже, что я ждала очень долго, красивая коробочка от Estee Lauder. Estee Lauder доставляет в Беларусь, тоже посмотрите, все у меня падает. Вот так все было, открывается Estee Lauder, красивая открыточка, там промокод на покупку помады, и здесь у нас два пробника. Один — это восстанавливающая сыворотка, самая известная, я хочу попробовать. И еще что это у нас? Комплекс для кожи вокруг глаз. Хорошо, попробуем. И здесь у нас пудра. На самом деле это все, чтобы это красиво упаковано. Давайте скроем, посмотрим пудру. Мне очень интересно. Вот так она выглядит. У меня лайт. Здесь 10 грамм. Ну, я думаю, будем краситься. Нанесем. Ну что, я предлагаю... А, я еще не назвала вам все продукты. Дальше. Я решила... Наконец-то я дошла до палетки от Венсебо. Это их новая линейка, новая серия. Она называется La Fortune. Это палетка. Здесь 9 у нас... 9 серфилов. Матовые, металлики есть сатинчики. Попробуем сейчас с вами что-нибудь придумаем сделать.
Дальше хочу попробовать новую помадку для себя от Эвлайн. Не пробовала, хочу попробовать. А я все продолжаю тестировать линейку Рилуи Про. Это и скульптор, и румяна, и хайлайтер. Думаю, что когда-нибудь уже дам окончательный ответ. Купила себе также еще каял для глаз. Это у меня, но у меня такой оттенка еще не было. От Рилуи это 7-й тон, попробуем. Купила также этой линейки, из этой же линейки Венсабо матовая, это будет матовая, устойчивая матовая помада. Попробуем. Я еще купила карандаш, но Wildberries ее еще не доставил. А, и купила тушь, вот эту, которую сейчас говорят, тоже от Эвелайн Варите. Тоже будем с вами пробовать. Посмотрим. Ну что, давайте начинать. У меня на лице уход. И я думаю, что давайте с вами начинать с праймера. У меня нет никакого нового праймера, но я хочу все еще продолжать тестировать праймер от Manly Pro. Это база под макияж выравнивающая, жидкая, силиконовая, HD. Я ее один раз только пока пробовала, поэтому давайте ее сегодня еще нанесем. Вот она такая, совершенно, видите, совершенно силиконистая. Давайте мы ее быстренько сами нанесем. У меня покраснело лицо, потому что я снимала для вас еще одно видео до этого. И там был такой хороший вечерний макияж, поэтому с таким стойким кремом у меня бывают такие иногда вот последствия на коже. Я думаю, что она мне, конечно, спасибо не говорит, поэтому я на нее нанесла еще раз все увлажнение, чтобы как-то ей дать прийти в себя. Вы знаете, я очень люблю базы, я люблю их тестировать. Я все-таки пытаюсь понять для себя, помогают ли нам базы в плане стойкости макияжа, в плане каких-то там, чтобы не проваливались в поры. Поэтому посмотрим, насколько нам эта база. Я, конечно, не уверена, что именно база HD нам даст какой-то нереально. Кстати, смотрите, как классно затонировала средство Шик. Хотя я стерла здесь нормально, так, салфеточкой. Мне уже интересно попробовать на себе. На самом деле, зачастую я в силиконистых базах нахожу плюсы. Плюс в том, например, что у вас ваше тональное средство не будет проваливаться в поры, если у вас бывает такое. Плюс в том, что сглаживается, где-то не будет проступать текстура кожи, тоже согласитесь, важно. Поэтому не знаю, если вы не пользуетесь, то почему еще не пользуетесь? Попробуйте. Хотя многие говорят, что это не так уж и безопасно. Ну что, попробуем наш тональный крем от Шик Perfect Liquid Foundation. Сделан в Италии. И здесь 30 мл. Очень красивая упаковочка. Наталья Шик, у нее есть свой канал на YouTube. Я немножко пролила, простите, потому что он такой жидкий. Ну, очень такой жидкий, поэтому буду его капать по чуть-чуть, иначе я не справлюсь. Я беру кисть от Rilui Pro 03 наношу. Мне почему-то кажется, что он не светловат. Как так? Он очень быстро, кстати, засыхает. Потому что вот на руке его надо немного выдавливать. Не выдавливайте сразу себе все количество, которое будете наносить по чуть, потому что он так достаточно быстро впитывается. И чтобы не терять тональный крем, лучше его, конечно, по чуть-чуть выдавливать. Пока мне кажется, что он как-то ложится пятнами. Это мне кажется. Многие думают, что тональные основы, вот такие вот, которые как флюиды, жидкие, что они мало пигментированные. Но на самом деле нет, вы это можете видеть, она очень пигментированная. Да, она легкая, она не чувствуется, вы ее не чувствуете на себе как маску. Она не светловатая, между прочим. Ну ладно. Будем сегодня вот такими. Бедленьким. Откровенно говоря, мне не нравится результат. Ну, откровенно говоря, я белая. Ладно, может быть, нам почему-то поможет пудра, хотя у нас пудра тоже лайт. Давайте откроем нашу пудру Estée Lauder
Perfect and Loose Powder. Окей. Ах, господи. Консилер. Яна, алло. У меня нет сегодня нового консилера, поэтому давайте возьмем что-нибудь из моих любимых. Давайте возьмем Лила. Если вы его не пробовали, то почему? Это очень классный консилер, всем советую. Очень бюджетно, очень классно. Вы заметите, насколько вот он... Заметьте, насколько он классный, я его просто обожаю. Это мой, наверное, любимейший консилер. Давайте нанесем на глаза, дадим какую-то подложку нашим теням. Я решила немножко на нос нанести, потому что мне кажется, что... Этот дом вообще куда-то съехал. Какой-то плотнее вот здесь. Откровенно говоря, я не угадала с тоном. Но все как-то поусаживается, мне кажется, становится лучше, но все равно. Давайте переходить к пудре. Пудра, как я уже сказала, от Estee Lauder. Это мой такой себе один из подарков на Новый год. ASMR. Так, ничем, наверное, вроде у нас не пахнет. Давайте пробовать. Главное, чтобы тут я не прогадала с цветом, потому что я два раза просто себе это не выдержу. Все, у меня уже здесь все в пудре. Собственно говоря, так вот я Estee Lauder разбрасываю по полу. Мне кажется, что пудра, возможно, сейчас нам спасет эту ситуацию. Потому что она точно потемнее. Говорит, за попадание в цвет? Нет, Яна, ты это не слышала никогда. Но она, конечно, летучая. Мне уже попала в рот. В нос. Очень классная кисть, кстати, мне очень нравится. Я приготовила свою обычную кисть, но хочу вам сказать, что эта кисть мне очень нравится. Как вам моя пудра? Откровенно говоря, мне очень нравится. Мне кажется, я понимаю, что я заплатила такие деньги. Классная пудра. Я уже переживаю, что я ее так много рассыпала. И я переживаю еще за то, как я буду с ней справляться, если я ее так рассыпаю. Извините, я ее хочу тут вот самое. Мне нравится эта пудра. Ну что? Теперь давайте перейдем к бровям. Как я уже сказала, у меня есть помадка от Eveline, которую я еще не пробовала. Вот такая она. Не буду ее полностью открывать, потому что у меня много продуктов, и мне нужно попытаться, чтобы они не так быстро высыхали, особенно помадки. Ну что, давайте делать. Я боюсь делать на камеру, тем более с новым продуктом. Ну что, ребят, вот такие брови у меня получились. Мне кажется, я себе выбрала немного тепловатый оттенок. У меня soft brown. Конечно, я не знаю, о чем я думала, но, в принципе, очень так натурально. Мне очень нравится такой эффект. Также закреплю гелем от Blur Design. Его тестирую, мне он очень нравится. Пока вообще это мой топ-топ. Помадка тоже мне понравилась, прикольная такая, знаете. Я точно прогадала цвет, но мне кажется, даже интересно это смотрится.
Вот, мои брови готовы. Думаю, что можем переходить к теням, глазам. Так, что у нас за палетка? Смотрите. Я ее открыла буквально перед макияжем. Видела ее раньше только какие-то из обзоров. И видела на Wildberries. Я хотела ее купить. На самом деле купила у нас в магазине Мила. И вдвое дороже, потому что на Wildberries ее разобрали. Потому что я знаю, что у нее хороший отзыв. Я смотрю, что у меня вот такой каял интересный. Поэтому я думаю, пойдем куда-то в такие оттенки. Давайте попробуем делать темным совсем угол. И через эту блестяшку перейдем в такой. Давайте посмотрим, что посмотрите. Мне кажется, будет что-то интересное. Ну, давайте пробовать. Беру натуральную кисть, вот такую. Мне такая кисть всегда нужна для построения формы. Обычно я вообще форму строю себе, конечно же, подложкой. То есть какой-то жидкой подложкой. Но, честно, тестим таблетку без подложек. Я, конечно, хочу начать уже делать макияж с подложками, чтобы вы понимали, что иногда стоит заморочиться сделать макияж с подложкой, и красота его, и насыщенность, и все, конечно, будет совершенно другое. Поэтому я думаю, что когда-нибудь с вами попробуем. Давайте посмотрим, что у нас за пигментация. Хороший оттенок. Так, название. Название, ну и хорошо. Так, начинаем вот с этого. Я беру его. Так вот, просто набираю. У меня натуральная кисть. И начинаю выстраивать форму. Сначала вот так просто в уголочек набиваю. Ну и такие оттенки, особенно в бюджетных тенях, чтобы они не пришивили, старайтесь их просто набивать. Набиваю угол. Я вот вижу, что он подпришивает, поэтому... А поскольку у меня нету базы, то есть я не брала базу по тени, то я просто беру и набиваю. Дальше выстраиваю форму. Вот так вот. Если я делаю свой левый глаз, я должна кисточку перевернуть. Ее вот стороной вот так вот себе вытягиваю форму. Вот, направляющая есть, все. И дальше мы должна эту направляющую и держаться. Пойдем на нижнее веко тоже. Этим цветом. И их нужно будет соединить. Посмотрите, какие пигментированные оттенки. Они у меня до сих пор держатся на руке. На пальце. Ладно. Так, что это за цвет? Это какой-то черный. Но это черное передается немножко с такой сероватостью. То есть, конечно, сделать, в принципе, черный в бюджетных тенях достаточно сложно, хорошо пигментировано. Я вот так вот себе нанесла и примерно обозначила форму. Да? То есть у нас будет вот такая вот поднимающаяся вверх форма. Дальше, значит, я заполняю оставшуюся часть другим цветом. Сейчас я возьму кисть. Какую-нибудь натуральную кисть. Там буду тушевать. Давайте, вот такая у меня есть от Миши натуральная. Тоже такой же язычок. И я думаю, сейчас мы заполним остальное вот этим цветом. Вот этим. Мне кажется, это просто божественно. Он лучше, чем этот черный, который немного не черный. И пытаемся вот их стушить. Да, тут бы все выровнять, потому что все непонятно, страшно. Будем откровенно говорить. Давайте тоже на нижнее веко его донесем.
И теперь нам нужно вытушивать, это все вышивать в кожу. У нас есть два. У нас есть сатин и вот этот вот серенький. Будем брать серый, а остальное я покажу, чем еще можно дотушевывать. Сначала берем среднюю кисть, что-то типа вот такой. Нет, не такой, давайте возьмем. Давайте вот такую тушевочную берем. И нужно потихоньку ввести цвета в кожу. Это сложно, потому что цвета, в принципе, далеки от кожи. Я почищаю кисть, еще его набираю, и вот главное не сделать грязи. Мне кажется, я уже близко это все тушевать, потому что синий, плюс такой бежевый, но грязь. Можете, в общем, меня начинать ругать, что я испортила макияж такой прекрасной палеткой, потому что реально палетка классная. Дальше возьму скульптор. Не спрашивайте, зачем нам скульптор? Для того, чтобы выровнять все то, что сейчас я наделала. Возможно, он не спасет. Ребята, вот я сделала макияж. Мне, конечно, он очень нравится. Хочу сказать, что палетка действительно очень пигментированная. Я вам в конце покажу сводчи. Правда, есть осыпания. Я сейчас их смахну, и мы с вами доделаем наш макияж. Ну что, я буду носить тушь Варьете от Эвелайн. Я думаю, что вы уже слышали и не раз на ютубе, что это возможное вдохновление Эвелайн. Тушь Ю Кабаре от Вивьен Сабо. Могу сказать, что она классно наносится, очень легко. Сейчас я накрашу и скажу, что ничего больше, то пока, кроме того, что очень легко и наносить, мне нечего сказать. Откровенно говоря, макияж класс у нас сегодня не сдался. Мне, откровенно говоря, не нравится то, что у меня на глазах. Тушь легко наносится, приятная, но не мой топ. Классно, я думаю, что будет классно и пользоваться. Но, честно говоря, многие белорусские туши намного лучше. Ну что, давайте перейдем к скульптурированию. Беру свой скульптор от Релуи Про. У меня это 0,1 оттенок. Наношу тоже кисть Отшик. Очень классная кисть, мне очень нравится. Ну, я уже говорила, мне кажется, в каком-то из видео, что проблема этого скульптора не то, что он плохо, а в том, что это 0,1 оттенок, и мне его как будто не хватает. Правда, очень светлый оттенок, он даже на кисти смотрится очень светло, поэтому
Возможно, проблема в том, что он очень светлый. Хотя я вижу определенное структурирование. Дальше возьмем румяну. Дальше возьмем румяна от Re Louis Pro в 73-м оттенке Juicy Peach. Я ее уже наносила. Очень, кстати, нравится эта румяна. Хорошо пигментирована. Вот это точно, что я выбрала в правильном оттенке. Очень такие они освежающие, хорошо пигментированные. Самое то. Надеюсь, я морфуши себе не сделала. Потому что будет некрасиво на камере смотреться. Ну что, и остался у нас хайлайтер. Давайте возьмем вот эту вот Real Technix. Румяна она у меня от... Ой, хайлайтер у меня от Blur Design. Talumi в 3-м тоне. Вот такой вот розовенький. Я не знаю, почему я уже потянула вот эту темную, с этой палеткой. Я все не могу не... никак успокоиться, откровенно говоря, потому что я просто испортила себе настроение и макияж. Я понимаю, что это моя вина, и меня от этого... Мне от этого пахнет хуже. С другой стороны, хочу сказать, с другой стороны, если такая тяжелая она в работе, тогда как же я могу ее рекомендовать, если с ней откровенно тяжело работать? Ну и давайте нанесем устойчивую матовую помаду Mars en Scorpion. Я ничего не повидала с оттенком, потому что там было только два почему-то. Но я буду малиновый такой. Ну что, ребят, вот мой финальный результат. Если честно, я очень расстроена с тем, как это выглядит, хотя продукты сами по себе классные. Результат, правда говоря, ужасный, не знаю. Начнем сначала. База от Манли. Прикольно, силиконовая база. Буду пробовать пока. Ну, тон на ней хорошо скользил. Пока ничего особенно такого интересного не могу о ней сказать. Тон от Шик. Мне понравился. Мне понравилась эта идея. Может быть, не с этой базой, может, чем-то другим. Хорошо пигментированный. Может быть, не мой оттенок. Возможно, с какими-то затемняющими каплями. Но прикольный. Или когда буду посветлее. Хороший. Мне понравилась интересная идея. Кисть просто супер. Кисть всем реально рекомендую. Кисть классная, тяжелая. Классный ворс. Хорошо переносит продукт. Супер. Дальше у нас была пудра от Estee Lauder. Просто классно. Не знаю, Estee Lauder, почему делать такие классные продукты, такие дорогие? Но это супер. Дальше у нас была помадка для бровей от Eveline. Soft Brown, рыжеватый оттенок, поэтому если вы не любите такого, посмотрите другой оттенок. Но наносится легко, скользит, растягивается неплохо. Дальше у нас с вами был гель Blur Design. Классный. Я его им уже тестирую. Его тестирую уже некоторое время. Мне нравится. Всем советую. Супер гель. Он вошел в топ моей, в топ белорусской косметики за 20-й год. Поэтому вам советую. Тушь Варьете. Я не знаю, почему по ней все так угорают. Мне не очень. Белорусские туши. Возьмите Максимишин. В разы лучше будет. Не знаю. Откровенно говоря, Maybelline мне нравится больше. Немножко не моё. Палетка. Ну, проблема этого макияжа — это мои руки, мне кажется. Всё-таки.
а не этот плюшевый оттенок. Ну, просто... Два у меня есть уже засвочены. Это вот этот и вот этот. Давайте пройдемся по светленьким. Сатин. Ну, я не думаю, что здесь стоит говорить, что она, в принципе, она хорошо пигментированная. Здесь хорошие есть. Посмотрите. Это вот этот средний, который я себе наносила на нижнее веко. Дальше синий, который мы не использовали. Ну, кстати, он какой-то пришивки. Этот я использовала поверх зеленого. Смотрите. И этот сводч уже будет, но пусть вот еще. Это сводчи палетки. Возможно, проблема была вот в этом, и не нужно было, не стоило вообще брать, можно было строить, наверное, форму все-таки вот на этом оттенке и как-то работать с синим, с металликами. Интересна цветовая гамма, все вот эти вот четыре цвета мне понятны, вот этот мне тоже понятен, в принципе, вот этот и вот этот. Очень похожие два вот этого золота, вот этот, мне кажется, не отсюда, его я бы отсюда убрала и какой-нибудь бы сюда что-нибудь эту гамму посадила бы. Матовый, ну, либо какой-то сатинчик, сатинчик один, прикольно то, что всего лишь один сатин, четыре матовые, металлики, супер. Палетка интересная, буду ее еще тестировать. Мне кажется, это я виновата в том, что не сложилось. Прикольно мне. Ну, мне правда кажется, что проблема по мне. Я так расстроилась, что даже забыла нанести каял. Когда я добавила каял, мне кажется, стало немножко лучше. Но, правда, мне кажется, я выбрала немножко не тот оттенок для тушевки. Вот цвет каял, очень классный. Посмотрите. Эти каялы классные, я вам рекомендую. Их делает у нас бренд Рилуи. Каялы супер. У меня это уже не первый. Мне понравилось. Дальше. Рилуи про скульптурирующую пудром. Просто не мой оттенок. Я вижу скульптор на себе, но мне его недостаточно. Считаю, просто не мой оттенок. Румяна супер. Если любите такой освежающий персик, это он. Классно пигментированные. Советую. Хайлайтер. Если вы любите хайлайтер такие розоватые, с таким розовым, холодным оттенком, тоже советую. Классный, мне понравился, очень бюджетный. Помада. Помада очень приятная, легкая. Я ее не чувствую на себе, она матовая. Вот такой у нее сводч. Может быть, тоже немножко не мой оттенок, но классная помада. Мне она тоже понравилась. Помада супер легкая, губы мои не склеивает. Мне нравится, поэтому ее вам тоже могу советовать. Ну и, наверное, все. Я думаю, что я еще сделаю один тест этой палетки, потому что я немного недовольна своим результатом. Скажу, что недовольна именно своей работой, либо недовольна выбором оттенка, которым должна была выстраивать форму, потому что он как раз казался мне неудачным, мне неподходящим, не для меня, скажем так, либо дело в моих кривых ручках. Поэтому думаю, что у нас еще будет за тест косметики только от Vivienne Sabot. И там мы еще раз попробуем построить какую-то интересную форму глаз, какой-то интересный макияж глаз с помощью этой палетки. Спасибо вам большое. Напишите, что вам из этих напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам из этих продуктов нравится. Может быть, что-то использовали. Может быть, у вас есть какие-то для меня советы, интересные рекомендации от брендов. Что вы хотите, чтобы я попробовала? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Напишите, как вам мой макияж. Может, вы можете мне объяснить, в чем была... Может быть, вы можете мне сказать, в чем была принципиальная ошибка этого макияжа глаз. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока!